Развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами всегда было, есть и будет приоритетом для Беларуси. С обретением независимости мы не только сохранили и укрепили связи с нашей братской Россией, но и заложили прочный фундамент на будущее. Ну, поскольку у нас братская встреча, в этой связи я хочу сказать, что особенно в Российской Федерации, с отдельным средством массовой информации и отдельным умником, да и у нас их хватает, надо прекратить разговоры по поводу некоего разворота Беларуси, поворота и так далее. Мы не собираемся ни с кем конфликтовать. Мы выстраиваем ровные, добрые отношения, как это делает сегодня и Российская Федерация. Поэтому не надо нас упрекать, что мы куда-то разворачиваемся. Нам некуда разворачиваться. Мы с вами были всегда вместе и будем еще долго вместе. Им поставить первый, мы им полтысячи. За 8 месяцев да, за 8 месяцев перевез уже 4 миллиона тонн горной массы. Все машины проданы уже. Первая машина уходит в Алросу, в Якутию на север, а эта в погрузчик уходит в Кемеровскую область, регион 42. На уборке ставим комбайны, все немецкие, они, американские, российские и наши. Кто выигрывает, тот покупает. Давайте комбайн. С удовольствием.